На коврах после этой встречи приготовится весовой категории до 80 килограммов борьба за третье место. Якимов, Любинцы, Розов, Подольск. Николай Викторович. До конца! Во! Синий пассив!
поддавливает. Синий пассив до конца. Блокирует борьбу синий. Красный пассив. Это первое повреждение. Двигайся, двигайся. Двигайся. Правую жми, правую. Правую, правую, правую. Правую. Стойка! Правую. Стойка! Стойка, стойка. Стойка. Стойка! Стойка. Добавляй, добавляй, он устал. Снизу, Кость, снизу, подавлю. Подавлю, подавлю, пошел снизу. Синий блокирует борьбу. Давай, 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 давай. Поддавливай, поддавливай, Антон. До конца. Давай, до конца, до конца. До конца, Борис. Красный пассив. Во, 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 во. Все, третий. Да. На ковре партосрочную победу одержал Шинкин Люберцы и занял третье место в весовой категории до 71 килограмма. А на ковер приглашается весовая категория до 80 килограммов. Борьба за третье.